Всем привет, с вами Жора, и мы поговорим, какая самая популярная и самая нужная добавка спортивная. Самая спортивная лучшая добавка. Самая-самая добавка лучшая спортивная. Вот она. Ой, не той стороны. Вот она. Протеин. Протеин бывает быстрый, бывает долгий. Долгий — это казеиновый. Быстрый — это сывороточный. Какой, когда надо есть? Быстрый. С утра проснулся, выпил перед завтраком за 20 минут, чтобы сразу организм начал питаться белками. Вот для этого нужен быстрый протеин, чтобы моментально насытить тело белками. Потом следующий приемчик протеина. Когда у нас желательно? Сразу же после тренировки. Это быстрые протеины. Долгий протеин. Когда надо есть? Перед сном. После последнего приема где-нибудь, да, через часик, съел казеиновый протеин. Тот же творог можно съесть, тоже казеиновый белок получается. И он будет у тебя долгий, да, он будет у тебя всю ночь. Он расщепляется очень долго, и ты будешь всю ночь питаться этим белком. Зачем вообще этот протеин? Наши мышцы все состоят из аминокислот. Аминокислоты поступают в мышцы, и мышцы становятся протеином. Поэтому кушаем мы мясо. Мы его едим, попадает в живот мясо протеин, да, мясо белок это протеин, попадает в желудок, переваривается в кишечник и начинает, когда он переваривается, он расщепляется на аминокислоты. Аминокислоты попадают в кровь и по венкам поступают прямо в мышцы. Когда мы позанимались, у нас появились микротрещинки в мышцах, и если белка не дать, тогда мышца, она станет слабее, и мышцы, которые развалились чуть-чуть, они просто уйдут. А если мы выпьем белка, тогда мышца подпитается белком и будет сверху нарост на микротрещинку, будет нарост, и мышца станет больше. Вот зачем нам нужен белок. Самая нужная, самая лучшая добавка в спортпите – это протеин. Но это не значит, что нужна только она и все. Она из самых важных. Ну вот, в принципе, и все, что я хотел сказать. Всем пока. С вами был Жора. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Пишите ваши комментарии. И в следующем ролике я буду читать их. Обязательно. Всем пока.